Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так приятно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красивая. Я давно так душой не отдыхал. Взял гитару, мелодию написал. И слова, как с листа, хоть строчки ложатся криво. Тишина, я слышу, звучит рояль. Так торжественно, словно моя печаль. Не иначе он милый души моей новый подельник. И так хочется незнакомых рук и чертовски красивых и влажных губ, женской нежности и тишины всю неделю. Пусть все женщины вспомнят обо мне, те, которых любил я, как во сне. Только ночь с ними был, а на утро оставил сразу. Только лишь одну не оставлю я. Это вера, надежда, любовь моя. Ту, кого я до смерти любить больше жизни обязан. Я спою и стакан через край налью. Да и выпью, за что никогда не пью. Чтобы с верой меня на крыльце незнакомым встречали. И уж если сел, то сиделась всласть. И чтоб мама ждала, да не заждалась. Да чтоб жив был друг, с кем мы пьем напролет ночами. Тишина, наши свечи зажжены вновь. Так прекрасно и мило, без лишних слов. Хоть печально, но эта печаль красива. Если свечи потухнут, то есть звезда, та, которая будет светить всегда. Это вера, надежда, любовь моей жизни, Россия. Тишина, я пою, я водку пью. За нее, за святую любовь мою, за виновницу скорби моей и печали. Что я вам играл на блатных ладах, может, вспомните, что я пел тогда. Эх, рулетка жизнь, не всегда на гитару ставил. Эх, рулетка жизнь, не всегда на гитару ставил. Всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Елисеев. Я продолжаю свой проект «Давай споем». Михаил Круг, «Наши свечи». Более известная песня под названием «Тишина». Эта песня была написана Михаилом Кругом 30 октября 1991 года. В ней неизданный последний куплет. Я вам представляю его впервые. Михаил Круг по каким-то причинам его не выпустил. Так что вы узнали первоначальную версию известного хита под названием «Тишина». Я вот вам показываю те песни, это эксклюзивнейший материал, который никто нигде вам никогда не покажет. Я специально научился играть на гитаре, вот уже 2 года я держу в руках этот инструмент, и мне самому это нравится. Так что цель моя ни в коем случае не перепевать песни, а просто показать вам, что есть, еще есть неизданные стихи, неизданные куплеты, неизданные слова первоначальных версий известных хитов. С вами я, Сергей Елисеев. Всем удачи, добра и терпения. Всем привет, ребята.